здесь ракурсом железнодорожного моста. Еще лучше. Там недалеко под мостом пляж был раньше, сейчас не знаю. Но он видно, как бы по центру песочек. Может и там даже сейчас пляж делают. Переплыть тут, кто плавать умеет, могут легко. Дальше потекла в Каму. О, здесь еще лучше. Вот оно, раздолье. Порт вроде бы еще функционирует. Странно даже. Так, ну и церковь. Город Вятские Поляны. Прямо на реке стоит. Хорошо издалека видно, когда плывешь.